сажать. Так нет, у нас же вино какое-то. Водка. Водка. Не, подожди. А я сегодня две рюмки водки выпила. Щеки, ну, ты уже не запомнил. Щеки красные такие. Образы, образы. Образы, образы. Образы, образы цирны. У нее цирны. Так, короче, давайте быстренько, чтобы нам... А где наше вино-то? Где вино? Кухни. А елочку? А елочка, смотри, у нее какая. Елочка. Я купила шампанское и думаю, ну что, как я буду одна пить шампанское? И представь, тут мы. Да, и тут это самое. Мы вернулись к тебе. А потом Лена позвонила, говорит, я к тебе завтра приду. Я говорю, ну, в принципе, шампанское это может на вино оставить. Ну, как хотите. Да, ну, я единственное, поместимся, может, чуть-чуть, да? Вот так. Ничего, что тут тесно. Или стул вот все-таки вытащить, а? Компьютер мне некуда поставить. Вот этот стол поставить или хватит нам? Хватит? Хватит, да? Нормально? Так. Ну, все. Картошку. Картошку коснее. Косне. Крупер коснее. Да-да. Коснее. Пугачёва, ты живая, что ли? Прекрасной физической формы. А что им не быть? Миллионы зарабатывают. А? Это не то, что мы на 4000 вдвоем живем. Ну и что, как ты Дмитрию сказала, что? Написала сообщение, что срочно нужны деньги. Но он сам позвонил. Он понял, что... Елочка, она елочку снимает. Она елочка, мы тут нас снимаем. Я елочка, елочка, с такой тягачей. Лесу родилась елочка. Ребята! Мы смотрим на тебя внимательно. Ой, какой у вас стол красивый. Весь он красивый. А сами вы наилепшие на свету. Наилепшие. Да, как ты быстро выучилась? Ну, ну это разве я что выучилась? Не задание вообще на свету. О, что ты? Она не вообще сидела. Он поставит это на фейс. Не на фейс. А, на ютуб. Не на ютуб, не на ютуб. Бога тут трапеза. Покажи, покажи. Пусть твои братья посмотрят. Как же таким маленьким столиком? Малый леп. Все мало лепо. Все малое. И красиво. Все малое и красиво. Все малое и красиво. Угу. Только тоже невысокий малый, а он какой лепый. Лепый. Красавец. Что? Девочка? Да. Опыт, а? Знаешь, я укажу бугори. Повтори, повтори, повтори. Повтори, повтори, повтори. Ёж, ёж, ёж. Снимаешь нас, нет? А? Снимаешь? А, да. Вот снимем вас, пока будем его снимем. Опа. За вас красивых мужчин. Опа. Опа, какой комплимент, а? Чтоб следующий год... Было два мужчин. Каждому по мужчине было. За что два? У меня еще мужское вообще одно. Для Натальи. За мене све. За тебе. Видишь ты? За тебе. Две жены. Что фалия? Минус 31. Он же больный. Что, нельзя людей пустить, чтобы они там ждали? Вот они минус 31 градусов держат на улице. Ладно. Ну, значит, это так. Все. Отлично. Вот дарку-то я положила, а ты себе будет. Супер. Тебе, да? Спасибо. Не только. Ну, в общем, там они все поговорили, объяснили. Сказали ему, надо идти платить 1750 рублей. Про 1750 рублей мы знали, я ему денег дала. Оказалось, 1100 еще надо заплатить. Он говорит, я так орал, там так галамил. Ну, правильно, да. Правильно. Вот. У нас горла едина.
Почему не сказали? А если бы я без денег или Новый год? Новый год. Знаешь, как любят Новый год больше встречать, да? На свое время, я люблю жены. Знаешь, как Божич? 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 Или Божич? Божич. Прикольно, Божич, да? Как он с теми лепе, о! Он такой, может... Ой, у меня такой Божич. О! О, хорошо, у тебя видно. Нет, вот здесь раньше хорошо было, этот дом вот сейчас высокий выстроили. А давно его выстроили? Ну да, уже два года. Вон, Дарка, вон там далеке вон еще делали. Поменьше. Видишь, может быть, они стали запрещать. Потому что вот у нас обе спрашивали, вот все дни все, а у нас только хлопушки, все. Ничего больше нет. Красивая женщина. Странные танцы. Красивые. Ну что, чей еще? Джебандерой, поближе! Юлия, твой прозор, твой прозор. Ну, придем ближе. Айди, ближе. Да никак, но нет, тут очень нет. It's a wonderful, wonderful life. Поскорее танцуем-то!
you need, mate. Иди там. Кстати, тогда и танцевали вот так. Да.